Министерстве национальной экономики решили открыть специальный счет для отслеживания налога на добавленную стоимость, чтобы исключить мошеннические схемы. Об этом сегодня в ходе конференции в Астане сообщил первый вице-министр экономики Руслан Даленов. По его информации, создание спецсчета предусмотрено в проекте нового налогового кодекса. Я процитирую. Пока промежуточный товар двигается до конечной розницы, НДС перечисляется самим поставщикам друг другу. Поставщики могут этот НДС терять, утаивать, и возникают различные мошеннические схемы. Поэтому было предложено, чтобы НДС, который перемещается от плательщика к плательщику, показывался на специальном счету, и тогда возврат НДС был бы мгновенным. Конец цитаты. На сегодня сумма неосуществленного возврата НДС составляет порядка 500 миллиардов тенге.